«Квятка Экспо» встречали законотворцев из Нижнего Новгорода, Перми, Мордовии, Татарстана. Через час им предстоит решить, как помочь малому и среднему бизнесу. Перед началом заседания в правительстве представители Ассоциации законодательных органов решили увидеть своими глазами, что производят кировские предприниматели и о какой поддержке мечтают. Не только быть энергической дубиной, как у нас на сегодняшний день понимают Россию, а быть действительно товаропроизводителем. Конечно, многое зависит, друзья, от вас, от ваших законов, от вашего понимания. В Киров приехали представители законодательных органов со всего Приволжского федерального округа. Сначала гости оценили кировские товары, потом попробовали их на вкус, после перешли к проблемам предпринимателей. Отсутствие реальной возможности получить доступный дешевый кредит у банка для своего развития. Вот это самая основная, самая главная проблема. Вот. Вторая проблема, наверное, она все-таки заключена в том, что условия пока еще в самом обществе, что ли, вот среди людей, среди и коллег, тех, кто стремится заняться малым бизнесом, такое негативное все-таки отношение к этой сфере. Валерий Кичкин поделился опытом. В Мордовии предпринимателей, которые занимаются народными промыслами, поддержали законом, который снижает налоги. Как помочь остальным бизнесменам, законотворцам предстоит решать после дегустации. Александра Татаринова, Алексей Стахиев, Бюро новостей, Давича.